А я продолжаю знакомить вас с семейными автомобилями. Мы привыкли, что минивэн — это Citroёn, Peugeot, Renault, отчасти какая-нибудь Toyota, но как вам насчет Seat Altea и что вы знаете про нее? А я знаю одно, что с бензиновым движком 1.6, с механической коробкой, всего лишь за 9 с копейками мы получаем действительно интересный образец серого цвета, красивый. Первая мысль, когда я увидел, такая: вау, какой ты джон, пижон, отвечаю. Вот. Но шутки шутками, на самом деле автомобиль смотрится. У него интересные формы, у него приятный цвет, у него идеальный кузов. Кстати, на самом деле идеальный, потому что здесь вообще нет никаких даже намеков на что-то. Смотри, тут Altea XL. Машина большая. Для тех, кому нужен размер, объем и все это важно. Из некого сервиса для задних пассажиров у нас здесь есть шторочки. Кстати, там много чего интересного есть, но мы по традиции... Нет, мы начнем отсюда. Смотри, здесь такая фольксвагеновская тема прям. Жах, здесь доводчик. Открыли и посмотрели. Вау, хочу сказать я, потому что багажник на самом деле огромный. У тебя тут отсеки, у тебя все чисто, у тебя ковролин, никакого пластика, который, как обычно, царапается, тут нет. Но мы проникаем назад. Ну, сзади тут я... Вы сами, ребят, видите место прям... Смотри, ты даже берешь столик, и ты этим столиком даже, ну вот, не касаешься коленок. Это круто, это сзади вот обязательно оценят дети, семья ваша. Все качественно, все... Потолок чистый, аккуратный, класс. Здесь интересный салон, центральная консоль, она так, блин, какая-то самолетная прям тематика, серьезно. Элементы управления так вдавлены далеко, здесь у нас все это обрамление кругом. Ну, блин, интересно сделано на самом деле. Здесь под карбон у нас крепкий пластик надежный. Ну и посадка, как в минивэне, большое остекленение, сидишь хорошо, удобно, ехать далеко приятно. Почему бы и нет? Для меня Seat раньше оставался темной лошадкой, в принципе, это марка. Но год работы тут показал, что Seat и любят, Seat там доверяют, Seat это надежно. Seat это круто. Поэтому приглашаю всех в наш автохаус Гранд в Новополоцк посетить площадку, прокатиться на этом пижоне.